Шановні друзі, шановні колеги, розпочинаємо нашу прес-конференцію, яка присвячена досить цікавій і серйозній події, а саме те, що торкається участі України в Раді Європи, її членства і взагалі все те, що пов'язане з цією європейською інституцією. Я хочу нагадати, що цей рік особливий, рік, коли вперше за останні кілька десятків років Україна була головою в Раді, головою як країна-учасниця в Раді Європи. І з весни по осінь цього року Україна головувала в Раді Європи. Якось не дуже помітно ця подія висвітлювалася в засобах масової інформації, але це відомо. І наша держава провела кілька дуже суттєвих і значимих заходів, які стосуються участі її в Раді Європи, опрацювання надзвичайно актуальних питань, які стосуються діяльності Ради Європи як європейської інституції. Але сьогодні, уже тільки що після головування України, відбулася подія, яка відбулася 16 листопада цього року, буквально тільки що, було прийнято рекомендації Кабінету міністрів, членам-учасникам Ради Європи, яка називається «Про участь інвалідів в політичному і громадському житті», рекомендації Кабінету міністрів. І на засіданні Кабінету міністрів, як я сказав, 16 листопада, 1126 засідання постійних представників Кабінету міністрів, членів-учасниць Ради Європи, прийнята ця рекомендація. Я хочу представити людину, яка приїхала всього на два дні в Україну. Людину, яка представляє головну соціальну інституцію в Раді Європи, а саме Генеральний директорат соціальної єдності Ради Європи і її генеральний директор пан Олександр Владіченко. Я хочу надати йому слово саме для презентації того надзвичайно важливого соціального документу, який прийняв Рада Європи 16 листопада цього року. Прошу, будь ласка, прошу, Олександрович. Спасибо, Валерий Михайлович. Я буду говорить на русском языке, хотя у меня украинская фамилия, но, к сожалению, на украинском я не говорю. Значит, я хотел бы начать с того, чтобы объяснить очень коротко, что такое рекомендация Комитета министров Совета Европы. Ну, есть два, я бы выделил, основных продукта, которые имеют место в Страсбурге, в Совете Европы. Это конвенции, которые являются международными правовыми актами и которые являются юридически обязательными для стран-членов Совета Европы, которые эти конвенции подписывают и ратифицируют. И второй продукт, не менее важный, это издание рекомендаций Советом Европы, которые включают в себя европейские стандарты, которые рекомендуются для притворения в жизнь странами-членами. Эти документы, как видно из названия рекомендаций, не являются юридически обязательными, но политически они связывают государства-члены теми стандартами, которые в эти документы включаются. То есть это то, что мы на жаргоне Страсбурга называем «мягкие законы». Как правило, эти рекомендации за редчайшим исключением принимаются единогласно. Вот эта рекомендация, которую мы представляем с Валерием Михайловым сегодня, она была 16 октября принята консенсусом. Ни одна страна не высказала никаких замечаний по тексту рекомендации. Иногда бывает, что страна либо целиком говорит, что вы принимаете, для меня она не действует, я отказываюсь. Либо выделяет какой-то там параграф или пункт, говорит, вот этот параграф для меня не действует. Эта рекомендация была принята единогласно. То есть это политическое обязательство всех стран-членов, включая Украину, придерживаться тех стандартов, которые в эту рекомендацию включены. Почему мы начали работать над этой рекомендацией? Ну, вы знаете, что Совет Европы – это организация, которая продвигает права человека, демократию и верховенство закона. Мы считаем, что важнейшим индикатором демократизации общества является возможность учитывать этим обществом права людей с ограниченными возможностями, или, как мы чаще говорим, для, чтобы короче было, инвалидов, в политической и общественной жизни общества.
В плане действий Совета Европы, который существует уже с 2006 года, эта строка, которая охватывает самые разные стороны жизни инвалидов, эта строка прописана как номер один – участие инвалидов в политической и общественной жизни. Поэтому в мае 2009 года мы начали заниматься этой рекомендацией, и в ноябре, вот совсем недавно, эта рекомендация свежая, она еще пахнет типографской краской. К сожалению, мы не смогли перевести ее, сроки были до моего приезда в Киев очень маленькие, мы не смогли перевести ее на украинский язык, поскольку найти украинского переводчика в Страсбурге непросто. Но мы нашли русских людей, и к вашему, так сказать, мероприятию сегодня эта рекомендация представлена на русском языке, и вы сможете с текстом ее ознакомиться.